Сейчас будем готовить ппшные вафли на электрогриле. Для этого нам потребуются следующие продукты. Мы берем две пачки творога 5%, 2 яйца, 1 банан. Ну, чем спелее, тем лучше. Одно спелое яблоко, достаточно сладкое, ванилин и, насколько я там знаю, разрыхлитель теста. А также немножко кукурузной муки. Сейчас это все дело яблоко натираем, банан натираем, ну и смешиваем в миске, а потом будем жарить на гриле. Яблоко натерли, сейчас будем разминать банан, потом добавлять творог и яйца. Так, в миску добавили мы творога 2 брикета, сейчас вбиваем 2 яйца. Ванилин, разрыхлитель, ну и кукурузной муки тоже на глаз, так примерно высыпали. И тут пару столовых ложек, я думаю, будет. Вот и все. И это все перемешиваем и будем потом на электрогриле жарить. Ну и процесс жарки на гриле выглядит вот так. Гриль, конечно, предварительно мы смазали маслом один раз всего перед началом запекания этого. Вот так вот выкладываем, маленькие такие шарики прижимаются. И в итоге получаются вот такие шикарные лепешки.